Глава МЧС побывал в районах Сочи, наиболее пострадавших от стихии. Говорил с людьми, убеждал, в беде не оставят никого. Отдельная тема – это подтопленные автомобили. По решению мэра города Сочи сформированы, уже работают мобильные бригады, которые позволяют людям выполнить необходимые ремонтные работы. Мы установили жесткий контроль за работой всех страховых компаний с тем, чтобы они быстро и оперативно выплачивали людям. По расчетам главы МЧС, воду с дорог и дворов откачают примерно за сутки, а через 3 дня планируется расчистить трассы и дворы от грязи и мусора. По данным МЧС, эпидситуация в Сочи стабильная, в море купаться можно.